Почти 17 тысяч квадратных метров – самый крупный цех, открытый в последние годы. Новый производственный комплекс на предприятии ОДК «Кузнецов» впечатляет не только размерами, но и оснащенностью. 45 единиц нового оборудования – фрезерно-токарные, шлифовочные и сверлильные станки. Все это, чтобы изготовить важнейшую деталь газотурбинного двигателя – компрессор. На торжественной церемонии открытия нового производственного цеха под названием «Компрессор» побывал глава региона Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и генеральный директор предприятия Александр Артюхов. Очень важно, что мы, сохраняя компетенции, восстанавливая традиции, создаем прочную базу современных разработок и заделы на не то что несколько лет, зачастую на несколько десятилетий вперед. Вот благодаря этим новым производствам сегодня у нас наш флагман производства двигателей АДК «Кузнецов» обеспечен заказами уже на 6-7 лет вперед. Разработки действительно самые современные. Благодаря новым станкам работники цеха смогут не только создавать детали для компрессоров газотурбинных двигателей, но и собирать воедино все комплектующие. На новом месте будут трудиться более 340 человек. Они смогут производить порядка 1000 компрессоров в месяц. За последние 3 года «Кузнецов», само предприятие, прошло достаточно серьезный путь с точки зрения модернизации, но и нового совершенно уклада индустриального. И вот этот центр специализации, который мы сегодня открываем, он, конечно, позволит нам нарастить объемы практически в 2 раза. Все оборудование современное, потому что авиационный двигатель – это всегда повышенные требования к точности. Вот это специальные станки, это специальные металлы, и тут это все будет организовано. За последние годы в модернизацию двигателестроительного предприятия инвестировали более 12 миллиардов рублей. Только в создание нового производства вложили больше 4 миллиардов. Кроме того, на торжественной церемонии открыли отреставрированный цех инструментального производства, на котором устаревшие токарные станки заменили на новые, с компьютерным управлением. На объекте будут производить свыше 4000 видов продукции ежедневно. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.